Привет, дорогие любители радио Бали. Сегодня мы поехали в... Как это называется? Чангу. В Чангу. Городок на недалеко от Денпасара, на берегу Индийского океана. Решили поработать в более приятных экзотических условиях. Тут такое, я так понимаю, достаточно серферское место. Хотя сегодня волн особо нет. Нашли прикольное достаточно кафе с музыкой, регги, интернетом и даже электричеством прямо на берегу моря. Сейчас я вам покажу, как это все выглядит с того места, где мы сидим. Поделимся немножко теплом, солнцем и таким чиллаутом балийским с вами. Что-то подтормаживает моя камера сегодня. Вот, Лариска говорит, она сейчас ходила плавать, я еще не успел. Черепашки не плавали. Там вот там плавают кафе. Вот здесь маленькие в углу черепашки. 5 метров. А, да? Классно. Вот так выглядит пляж. Там видно серферов, начинающих на больших досках, которые пытаются оседлать волну небольшую сегодняшнюю. Глядя на это, тоже хочется попробовать себя в этом качестве. Угощают нас тут, как обычно, кокосом молодым, которым просто пробивают дырку, и ты его пьешь. И это одно из любимых лакомств, сок арбуза, просто со льдом и все. Какие же черепашки? Вот они, черепашки, вот там нужны. Отцепись-то от всего и подойди. Сейчас, Лариска говорит, тут где-то будут запускать маленьких черепашек, мы вам сейчас их попробуем показать. А, надо выбраться. Секундочку. Вот, тут запускают маленьких кену. Вот. Они тут вылупляются? Они тут вылупляются и их отпускают в море. Ох, вон, какие! Посмотри, посмотри, вон какие. Они. Видите, в песке видно, отложили. Вот мы еще тут на эко-миссию попали небольшую. Посмотри, у них там куча в песке. Ага, ух, сколько их там. Вот смотри, они в ворох. Вау. And you bring it to sea after? Yeah, I release it. Посмотрите, какие милые черепашата. Кидай, кидай в воду, а то они в песке все. Черепашонки. Да, вот так у нас получилось. Забавная такая. Видно, мама отложила здесь плавку. И сейчас их отпустят на волю. Мама пришла потусить в баре или что? Мама в баре, наверное, пришла потусить. Логично. Хорошо, оставайтесь на нашем канале. Интересности по возможности рассказывать. До встречи. Всего доброго. Пока.